Чемпионом Рязанской хоккейной лиги в этом году стала команда «Пожарная охрана». В ее состав вошли представители руководящего состава Главного управления МЧС России по Рязанской области, а также сотрудники пожарно-спасательных частей. Между играми нам удалось пообщаться с капитаном команды Александром Савуковым. У нас слаженный коллектив. Не первый год мы играем в этом турнире. И дополнительно мы еще тренируемся со своей командой. Два раза в неделю проводим тренировки, играем. Поэтому коллектив и команда у нас слаженная. За весь чемпионат спасатели провели 5 игр, 4 из которых выиграли. Один матч был проигран по буллитам. В финале команда сразилась с хоккейным клубом «Никуличи», который занял 2-е место. Пожарная охрана выиграла со счетом 2-0. 3-е место заняла команда «Ветерок». Свое первенство в чемпионате рязанские спасатели приурочили к Международному женскому дню. Сегодняшнюю победу и в целом весь турнир участия мы посвящаем нашим прекрасным дамам, работницам Главного управления МЧС России по Рязанской области. Все патриотичные поступки мужчины совершают ради женщин, для них. И в том числе мы поздравляем всех женщин Российской Федерации и всего мира с Международным женским днем. Ура! В открытом чемпионате приняли участие любительские команды. Стоит сказать, что по итогам голосования лучшими стали вратарь пожарной охраны Вадим Брянчиков, игрок хоккейного клуба «Борки» Дмитрий Лаптев, забросивший 4 шайбы и сделавший 1 голевую передачу. Выделился Данил Пильщиков из хоккейного клуба «Ветерок», реализовавший 7 шайб, а также Константин Михайлик из хоккейного клуба «Пожарная охрана», совершивший 3 голевые передачи и забросивший 2 шайбы. Анна Герцовская, телекомпания «Город».